Привет, народ! Это Мурлокс, и в этом видеоролике я вам расскажу, почему порталов не будет в Shadowlands. Дело в том, что на прошлом BlizzCon разработчики рассказали, что хотят сделать так, чтобы перемещение между локациями темных земель происходило без экрана загрузки. Это позволило бы ощутить, что зоны Shadowlands теснее связаны с друг другом и являются частью одного мира, а не как это было, например, в Катаклизм, где для перемещения из одного места в другое требовалось преодолеть 1-2 экрана загрузки. В текущей сборке альфа-версии появились врата в 4 локации, через которые мы будем перемещаться. Все локации темных земель находятся на одной общей карте, но их разделяет столь большое пространство, что в обычных условиях при телепортации из одной зоны в другую гарантированно появился бы экран загрузки. Однако теперь при перемещениях, например, из Орибаса в Бастион, никакого экрана нет. Персонаж просто садится на маунта и летит к вратам, а затем его душа по пути аниме перелетает в локацию. Вы также можете перелететь на перелетчике, например, из Арденвальда в Ревендред, но для этого вам придется заехать в Орибус сразу напрямую, к сожалению, нельзя.